Приветствую вас. Смотрите, Лиза, какая получается ситуация. Вы говорите, что вроде бы смотрите на человека, говорите с ним, когда начинает рассказывать, как будто уходит в себя и не слышите его. Буквально в середине истории там мне говорит, что все прослушала. Вот. А что можно сказать вам здесь по этому поводу? Очень это похоже на механизм защиты психологического чего-то. То есть, либо вы чего-то боитесь в контексте вот людей, то есть, ну, вот, когда они что-то говорят, вам там страшно по какой-то причине. Вам страшно, неприятно, вы чувствуете угрозу. Вот. Либо вам нужно условно говоря, от человека что-то другое вообще. То есть вам нужно от человека что-то, что он вот вам, ну, по там, какой-то причине не дает, условно говоря. Ну просто вот не дает, просто вот не дает. То есть вы к нему обратились за чем-то, да, за какой-то обратной связи, а он вам ее не предоставил. Соответственно, вы уходите в себя именно по причине вот того, что вам-то нужно совсем другое, и так вы, по сути, пытаетесь обуздать свою фрустрацию, если она у вас есть. Просто не совсем понятно, есть она у вас или нет. Вот. Это такой момент. Следующий момент. Могут быть просто определенного рода проблемы с вниманием. Например, у вас. Вот. То есть тут, если есть проблемы с вниманием, то нужно смотреть, на что вы отвлекаетесь. Вот. Либо просто тренироваться, может, ну, тренировать свое внимание. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего плохого, ничего негативного. А вот. Просто нужно этим заниматься. Последнее, на что я обратил бы ваше внимание, это, наверное, на то, что необходимо весь процесс, который условно говоря, у вас происходит, да, то есть вот именно процесс, процесс ухода в себя, процесс, вот это все. Его нужно, на мой взгляд, исследовать. И для начала его желательно исследовать, его желательно как-то изучить, вот, в первую очередь, и уже потом, после того, как процесс будет изучен, я думаю, что вполне можно будет, после этого, можно будет уже
что-то делать, да, то есть уже можно будет после этого вам что-то рекомендовать. Вот, потому что, ну, просто сейчас, я вот надеюсь, вы понимаете, что сейчас просто информации мало, ну да, что-то происходит. Что-то происходит, да. Что-то вы делаете, да. Вот, да, но все это так довольно поверхностно. Вот. То есть вот для работы, для анализа нужно как-то все-таки, ну, больше информации, на самом деле. Вот. Это то, что я могу вам сказать на данном этапе, вот на данный момент, то, что я могу вам сказать именно на данный момент. При более детальном общении с вами, конечно же, можно будет, наверное, и скорее всего, можно будет что-то больше открыть. Но пока вот, пока ситуация такая. Вот. На этом все. В целом, я надеюсь, что это было вам полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы для себя узнаете что-то новое. Вот, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.